хорошо, когда пустая голова. Ни опилок, ни мекины, ни трухи не хранятся в ней дубовые дрова, а гуляют только ветер и стихи. Ну и пусть мне недостаточно мозгов, но зато препятствий нету никаких. Голова моя вместилище ветров сумасбродных, ласковых и озорных. Рано утром дуновением легкий бриз, после ужина устойчивый муссон. Но зато они дуть могут сверху вниз, справа, слева и со всех сторон. Что же делать, коли ветер в голове? Применение ему надо бы найти. Гнать по океану парусный корвет или мельницу послушную крутить. А еще листвою тихо шелестеть, вылетая на лосиную тропу, желторотому птенцу помочь взлететь, разметать по небу тополиный пух. Голова моя сплошные сквозняки, там гуляют только ветер да стихи. В Керченском региональном отделении ныне покойного Союза Советских Социалистических Республик в живописном уголке на берегу Азотного моря распластался по оползням межлетний лагерь «Борзовка», отразивший в своем названии первые буквы трех китов отечественной истории. Это «Бардак», «Зона» и «Вкалывать». Уже который год здесь продолжаются эксперименты по выведению человека новой формации. Как учит стихийный марксист товарищ Дарвин, новый человек может произойти только от новой обезьяны. Поэтому лучшие представители отряда прямоходящих приматов съехались в Крым на свои ежегодные игрища со всех концов страны. Юра, как возникла идея создать этот лагерь? Вообще, я в душе коллекционер. Вообще, значит, то есть я в детстве собирал и марки, и спичные этикетки, и монеты, и что только не собирал. Вот. Но самое интересное — собирать людей. Уже каждый человек — это интересно. Перед вами Юрий Иванович Черноморченко, человек с большой буквы Ч. Сейчас он даст интервью. В первой части своего интервью Юрий Иванович будет вспоминать слова, во второй — расставлять их в нужном порядке, и в третьей части — произносить. Две последние части, как всегда, будут лишними. Вообще, первоначально не было таких даже задумок, что это будет традиция, какой-то лагерь. Просто первоначально собрались просто друзья, знакомые вместе. И просто, то есть я пригласил тогда буквально этим человек 15-20, значит, сказал: приезжайте к нам в Керчь, ребята, у нас там свои хорошие ребята, отдохнем все вместе. А потом это как-то форма оказалась жизнеспособной, потому что это действительно объективная, видимо, потребность в общении. Вот люди без этого просто не могут. И вот он уже 11 лет, я думаю, он все время, чем еще интересен лагерь, он ведь все время трансформируется. То есть все время перетекает с одной формы в другую, возникают какие-то традиции отпадают. Но главная традиция, вот из кодекса Борзовки, когда был кодекс Борзовки такой написан, главное было, что здесь нельзя быть, единственное, что нельзя быть плохим человеком. Все остальное можно в лагере. Ты можешь участвовать в мероприятиях, можешь не участвовать. Можешь ходить на море, можешь вообще на море не ходить. Можешь петь, можешь спать, можешь. Но плохим человеком ты не имеешь права быть. Уже 10-й год подряд многие творческие интеллигенции страны входят в одну и ту же воду несчастного Азовского моря. И, надо сказать, чищена от этого не становится. В песенном творчестве самым выдающимся местом любого автора является его талант. Борзенхол. В Борзовке это основной путь из искусства в массы. Количество исполненных песен часто переходит в их качество и устраивает там погром. Слушаемся. Холодный ясный час, горит зари-полоска. Зачем я пил вино и плакал и шумел? И впереди тебя темно, и впереди темно, и ты бежишь, закрыв глаза, не грезя ни о чем. И что искать, кто виноват? Ведь это ж все равно. И что будильник убивать? Уж он-то тут при чем? В доме мужчину держу уже год. Звать его Вася. Естественно, кот. Я ведь на синий чулок не похожа. Масса знакомых не меньше, чем 100. Всем, в общем, нужно
Одно и то же. Ну, предположим. А дальше что? Кто поприличнее, мямля и тряпка? Кто порешительней, полный балбес? Грош головами, цена без андатровой шапки. Я уж побуду сама по себе. Вот мое крыло, вот моя природа, чистая дорога вечная. А в душе светло, а в душе свобода, сладкая моя вечная. Вот мое крыло, вот моя природа, чистая дорога вечная. А в душе светло, а в душе свобода, сладкая моя вечная. Провинция, вселенские решения на заваленке. В дремоте сон травы, цветочек аленький, журавушка с заржавленным ведром. Провинция, бессонные безделья полночные, незавершенных мыслей многоточие, в былое возвращающий паром. Стихнет берег лающий, паромщика шленет, глазом засыпающим мне вечер подмигнет. Утром в лодке лифта мимо заспанных квартир я взлечу в многоэтажный мир. А за дождями резвыми в заплаканном окне спит туман над Темзою художника Мане. За дорогой длинною, за глиной, за песком, Невка и Неглинка далеко. Провинция, провинция. Что же касается тематики наших песен, то это все это недоедание. Недаром даже сквозь разговоры о поэзии сквозит на слушателей желудочным соком. Вообще кухня и авторская песня черная, страшная, с трубой и дымит. Нет, не Сталин, господа, много хуже. Лженаука кулинарии утверждает, что удовольствие от еды будет неполным, если ее нет. Адепты буржуазного пищеварения забывают диалектический тезис о переходе количества в его отсутствие, давно воплощенный в жизнь нашими учеными. Провизия не появляется из ничего, это мы знаем. И не исчезает бесследно, это мы видим. Она лишь переходит из одной формы в другую. А к чему приводит невоздержанность, свидетельствует история. Жрали при царе осетров икру и прочую стерлядь. В результате революции. 75 лет назад, свергнув временное правительство, к власти пришло преждевременное. Елисеев, конечно, бросил свой гастроном и завел в Париже поля. С тех пор шестое чувство россиянина – это чувство голода. Какой человек – человек лагеря? Как я поняла, хороший голос и умение петь – это еще не все. И песня, лично для меня, никогда не была самоцелью. То есть я уважаю этот жанр, я уважаю, значит, эти песни, автора очень, значит, помимо как личности, именно как творцов уважаю. Но песня – это для меня в первую очередь средство общения. Общение между людьми, то есть через песню легче разговаривать, легче говорить друг с другом. Вот, значит, в последнее время
жанр как самоцель меня стал интересовать еще меньше. И действительно, сейчас не ставится такой, скажем, критерием, поющий человек или не поющий для приглашения в лагерь. Чем дальше, тем больше. Главное, чтобы он был личностью интересной. А я считаю, что любой человек — личность. Но когда он личность? Если в нем лежит потребность отдать, поделиться чем-то с другими. Неважно в чем. То ли он это отдаст руками, построив там, допустим, костровое место или там детскую площадку, то ли это отдаст интересной, скажем, какой-то идеей, проведением какого-то мероприятия, режиссурой, хотя он сам, может, гитару никогда в жизни не брал, то ли песни интересные, когда в человеке есть желание поделиться, отдать что-то. Вот это для меня интересный человек. Скажи, а не обманываешься ли ты в людях, окружающих тебя в борзовке? Ведь в жизни борзовчане ведут себя несколько иначе. Они не обманывают. Каждый человек, я считаю, разный. В каждом человеке есть все. И хорошее, и плохое. В каждом человеке. Так вот здесь обстановка заставляет человека быть хорошим. Не потому что заставляет, что ему это выгодно или как-то... Но ему здесь удобнее, скажем, естественнее использовать свои хорошие качества. Естественнее. А мир окружающий, когда тот же человек попадает в остальной мир, он диктует другие законы, другие цели, другие задачи. И там, чтобы выжить, может быть, ему приходится быть не очень хорошим человеком. То есть, ну, не знаю, может, это утопично, что если бы создать во всем мире люди вот такие вот условия, но это невозможно, наверное. Это утопия. Да, это утопия, это прибежище, это такие сказочные острова, где люди вот... Они не обманывают. Он не приезжает, вот он там, скажем, я не знаю, там, ну, допустим, там, грабил на дороге, потому что тут приезжает и начинает детям конфетки раздавать. Такого нет, где люди не грабят на дороге, как правило. Это все люди приличные и в жизни приличные люди. Вот. Но здесь просто эта атмосфера инициирует их положительные качества. Ну а Черномор, как тебя называют в лагере, и Юрий Иванович Черноморченко, это один и тот же человек? Трудно сказать. Наверное, все-таки нет. Вот. То есть здесь опять-таки короля играет окружение. Старинная эта самая свита. Вот. Вот здесь, наверное, тоже я меньше связан, скажем, с людьми какими-то экономическими обязанностями. Здесь в основном духовные связи людей держат. Вот. На работе я, конечно, в какой-то степени другой. Вот, потому что там приходится заниматься деловыми вопросами. Там дело, и там уже не важны личные качества, возможно, на работе, так, партнера, как важны его деловые качества. А здесь гораздо важнее личные качества человека. Рыскают по лесу стаи зверей, не за добычей и на водопой. Денно и нощно они егерей ищут веселой толпой. Звери забыв вековечные страхи, с твердой верой, что все по приличу, шкуры рванут на груди, как рубахи, падают навзничь, стреляй не хочу. Сколько их в кущах, столько их в чащах, ревом ревущих, рыком рычащих, сколько бегущих, столько лежащих, в дебрях и в кущах, в рощах и в чащах. Рыбы пошли косяком против волн, весла не тонут, иди по ней вброд. Столько желающих прямо на стол, сразу на блюдо и в рот. Рыба не мясо, она хладнокровней, в сеть норовит, на крючок не вода. Рыбы погреться желают жаровни, море пожабры, вода не вода. Сколько их в кущах, столько их в чащах, скопом плывущих, кишемя кишащих, друг друга жрущих, хищных и тощих, в дебрях и в чащах, в кущах и в рощах. Птица на дровь устремляет полет, птица на выдумке стала хитра, чтобы им яблоки вшили в живот. Не ели с утра. Сильная птица сама на охоте, хилым собратьям кричит: сторонись! Жизнь обрывает в зените на взлете, даже без выстрелов падает вниз. Сколько их в кущах, столько их в чащах, выстрела ждущих, но все-таки летящих. Сколько плывущих, столько парящих, в дебрях и в кущах, в рощах и в чащах. Шкуры не хочет пушнина носить, так и стремится в капкан и в загон.
чтобы людей приодеть, утеплить, рвется из кожи вон. Ваши силки, призадумайтесь, люди, труд добровольно в отменных мехах. Тысячи сот в иностранной валюте, тысячи, тысячи в наших деньгах. Сколько их пуща, столько их чаще, дань отдающих и даром дарящих. Шкур настоящих, нежных и прочных, в дебрях и в чащах, в кущах и в рощах. В сумрачных чащах, в рощах и в кущах. Сколько рычащих, сколько бегущих, сколько пасущихся, столько кишащих, яйца несущих и живородящих, серых, обычных и в перьях нарядных, сколько их хищных и травоядных, шерсть линяющих, шкуру меняющих, блеющих, лающих, млекопитающих, сколько лежащих, бегущих, ползущих, сколько не пьющих в рощах и в кущах, и не курящих в дебрях и в чащах, и присмыкающихся, и парящих, вещих и вящих, врущих и рвущих, в рощах и в чащах, в дебрях и в кущах. Шкура не тронута, рыба живьем, мясо без дроби, зубов не сломать, ловко, продумано, просто с умом, мирно, не надо стрелять. Каждому егерю белый передник, в руки таблички, не пей, не кури. Все это вместе зовут заповедник, заповедь только одна, не убей. Но сколько в дебрях, в рощах и в кущах, и сторожащих, и стерегущих, и загоняющих в меру азартных, плохо стреляющих и прединфарктных, травящих, лающих, конных и пеших, и отдыхающих, с внешностью леших. Сколько их язвенных, столько всеядных, сетью повязанных и кровожадных, полных и тучных, тощих, лядащих, в дебрях и в кущах, в рощах и в чащах. А вот Олимпийские игры. Хулио Самаранч не приехал, мы спрашиваем. Зато приехали другие почетные гости. Из Австралии прибыл господин директор хлебного дерева. Из Ирана великий Шахин-Шахин Мат Интерфейс, сын его Мегабайт Паша. Спонсор Олимпиады Сухумский Макакник. Он перечислил 12 гибонов, теперь они сидят в банке на нашем счету и гадят на сальдо. История Олимпийских игр с золотыми буквами вписан в 17 век. Он отличился тем, что наступил сразу после 16-го. Как известно из арифметики, после 17 века идет 20 век. Крупнейшим рекордом молодой советской власти был Феликс Эдмундович Дзержинский. У него было такое горячее сердце и такая холодная голова, что на сердце Крупская варила морковку для чая, а в голове держали мясо. А Ленин так быстро пересекал границу, что когда он сам был уже в Варшаве, штаны еще отстреливались в пограничник. Все эти рекорды давно лежат в формалине, и побить их там довольно трудно. Вообще, глядя на наши Олимпийские игры, еще раз убеждаешься в том, что главное качество спортсмена – это наличие. Какие страсти кипят. Чемпионат по метанию с выпученными глазами. Ходьба под парусом, прыжки в шестом, седьмом, восьмом. Водные виды спорта, забой в жиром. В общем, наши спортсмены увезли с собой все золото. Судейская коллегия до сих пор ищет, куда оно делось. А вот в культурной жизни образовки имеются серьезные провисания. Когда-никогда наметятся всплески, то скорее никогда, чем когда. А если когда и наметятся, то это сплошное что, где, когда. Между прочим, от большого количества вопросов образуются пупырышки в мозгу, и он начинает сильно чесаться. Факты свидетельствуют, что один чудак может задать столько вопросов. Излишнее любопытство ведущего настораживает. Зачем ему знать столько ответов? Те, кому надо, и без него знают, что сверхпроводимость изобрел украинский ученый сверхпроводюк. А знает ли, уважаемые ведущие, как сокол Сапсан камнем бросается с неба? Он берет в когти огромный камень и запузыривает его с неба. Вообще известно, что при ударе байка по капсюлю происходит взрыв порохового заряда, и под давлением пороховых газов пуля, вращаясь, вылетает из канала ствола. Вопрос, когда она становится дурой, до вылета или после? Еще один вопрос из Швейцарии.
Я старый профессор Плечнер, мне осталось 2 этажа. Хочу спросить, бывают ли исключения из закона всемирного тяготения? Идея чемпионата по преферансу не пришла в голову. Она довломилась, как губчика, учинив изрядный погром. Но нельзя же воплощать идею в жизнь с такой стремительностью. Смысл игры в том, чтобы 4 человека, собравшись, не смогли разойтись. Играют одновременно 3. 4-й сидит на прикупе, чтобы его не украли. А между тем, какие замечательные игры остались без употребления. Пришей-ка были хвост, например. Интересная игра — русская рулетка. Играющие, желательно русские. Ну и так далее. В общем, как видите, есть чем поиграться, как говорила ночью мадам Помпадур, глядя на Людовика XVI. Но играем не только мы. Тут пришла на тонких ножках интересная информация. Закончилось перетягивание Черноморского флота. Он лопнул, причем оба президента упали в воду, и теперь по ней идут официальные круги. Флот поделили, хотя Борзовка не раз предлагала его умножить. Или хотя бы отнять. Хлорофиловый беспредел крестного колхоза. Колхоз для лагеря — это пруд с утонувшей муму. В нем есть вода и мясо. Именно поэтому так тесно переплелась здесь культура нашей интеллигенции с бахтевой. Кстати, тоже культурой. Великий русский ученый Тимирязев переворачивается в гробу от удовольствия, глядя на эти помидоры. Где ему понять, что это кабачки? Конечно, приказ есть приказ. Сказано надавить от каждого баклажана по 3 центнера икры. Умри, но сделай. Ну все, ну я! Основное качество Борзовки — тяга к прекрасному. Конечно, чаще всего он оказывается полом. Как говорил доктор, анализы показали, что теперь любовь к прекрасному у вас в крови. Ночь, ты давно уже спишь, я под окошком твоим стою, кажется мне, что Париж слушает песню мою. Звезды парижских ночей над головою твоей. Je ne savais pas que tu es si jolie, Натали, Натали, Натали. Слушает зал, замерев, слушает зал, дыша едва, этот нехитрый напев, эти бессмертные слова. Слушает зал, замерев, как я пою о тебе. Je ne savais pas que tu es si jolie, Натали, Натали, Натали. Живе chaque jour et chaque nuit, que tu reviens chez moi pour toujours. Toi mon pays et ma vie, toi ma plus belle chanson d'amour. Год и 2 и 100, я повторять готов. Tu ne sais pas que je t'aime, ma jolie, Натали, Натали, Натали. Tu ne sais pas que je t'aime, ma jolie, Натали, Натали. Ну так будем жить, как велит душа, других хлебов не прося. Я себе заведу ручного мыша, пока собаку нельзя. И мы с ним будем жить, поживать и писем читать в углу. И он залезет в мою кровать, не смывши с лапок золу. А если письма вдруг не придут, ведь мало ли что пути, он будет серенькой тут как тут сердито носом крутить. А после уткнется в мою ладонь, ты, мол, помни, что мы вдвоем. Ну не пить же обоим нам валидол, лучше хлебушка пожуем. Я горбушку помятую разверну, и мы глянем на мир добрей. И мы с ним сочиним такую страну, где ни кошек, ни лагерей. Мы в 2 счета отыменим там холода, разведем бананы в сада. Может, нас после срока сошлют туда, ну вернее, что в Магадан. Но когда меня возьмут на этап и поведут сквозь шумон, за мной увяжется по пятам, и всюду пролезет он. Я его
посажу в потайной карман, чтобы грелся под стук колес. И мы сахар честно съедим пополам по 10 граммов на нос. И куда не проложена колея, нам везде нипочем теперь. Мы ведь оба старые зэки, я и мой длиннохвостый зверь. Мы ведь оба старые зэки, я и мой длиннохвостый зверь. Борсовка – это маленькое государство, правильно? Со своими радостями и проблемами. Я думаю, проблема любого государства – это потеря самого ценного, потеря генофонда. Есть ли в твоем государстве такие проблемы? Борсовка вообще – это большой кусок жизни для каждого из нас. Вот. И действительно, многие уходят, ну, не многие, но есть люди, ушедшие. Ну, ушел Леонид Павлович Симаков, к сожалению, совсем ушел от нас. Вот. А вот то печальное, на мой взгляд, тенденция, в общем-то, как сказать, не тенденция, но печальное, вот не одно уже событие, когда уходят люди, уезжают из страны, причем уезжают далеко не худшие люди, далеко не худшие. Одним из первых уехал вот Стрижевский Саша, прекрасный парень, юрист по образованию и вот поэт по душе, по образу мысли. Вот, уехал Саша Медведенко, один из близких, я считаю, для меня людей, очень близких для меня людей, и прекрасный человек, прекрасный автор. Я считаю, большая потеря и для русской литературы, по большому счету, и для нашего жанра, и вообще для нас, вот как людей, хороший человек. Вот, к сожалению, очень много уехало очень хороших людей. И вот Сеня Кац, уехавший, это вообще, конечно, последняя, самая больная, может быть, потеря. Потому что, ну, кто-то был ближе, кто-то был дальше. Вот из близких, очень близких друзей, это вот Саша Медведенко, Сеня Кац, вот, Семен и Света. Это были просто... были, они есть, но вот дай бог, чтобы им удалось в ближайшие годы опять суметь возвращаться к нам. Вот. Но это люди, которые для меня определяли, например, лицо Борсовки. Вот. То есть это вот те точки отсчета, что ли, вот это те краеугольные камни, на которых для меня держится Борсовка. То есть это вот та душевность, та человечность, глубокая порядочность внутренняя, вот, присущая Сене и Свете, допустим, вот, без которых... Если таких людей останется мало, Борсовка просто перестанет существовать. Просто перестанет. Я им сейчас спою последнюю свою песню. Никому объяснить не берусь. Это сложно и необъяснимо. Почему расставание грусть? Ни с какой другой не сравним. Присядем, нас ждет дорога дальняя, и посидеть в молчании не будет лишним. Присядем, чтобы на том большом пути, которым суждено пройти, все ладно вышло. Присядем, в ногах не то, что правды, а даже и полправды нету. Присядем, поверим в эту добрую, поверим в эту старую примету. Есть лекарство от разных невзгод, есть лекарство от всяких подвохов, обязательно наша возьмет. Если петь до последнего вдоха, присядем, нас ждет дорога дальняя, и посидеть в молчании не будет лишним. Присядем, чтобы на том большом пути, которым суждено пройти, все ладно вышло. Присядем, в ногах не то, что правды, а даже и полправды нету. Присядем, поверим в эту добрую, поверим в эту старую примету. Мне мерещатся звезд пятаки, и порой так отчетливо зримы те проселки и те большаки.
по которым еще попылим мы. Присядем, нас ждет дорога дальняя, и песенка прощальная не будет лишней. Присядем, чтобы на том большом пути, которым суждено пройти, все ладно вышло. Присядем, в ногах не то что правды, а даже и полправды нету. Присядем, поверим в эту добрую, поверим в эту старую примету. Поверим в эту добрую, поверим в эту старую примету. Встали. В общем, давайте попробуем найти более универсальные формы препровождения времени в трубу. Что-нибудь близкое всем. И надо ли вообще проводить как-то время? Ведь можно просто сидеть, опустив ноги в нижнюю часть туловища, и наблюдать выпученными от покоя глазами, как высоко в небе белокрылые чайки описывают собравшихся. Кстати, наш фильм еще не знает, что он заканчивается. Что-то будет для него сюрприз. Но тем не менее он действительно заканчивается. Остается только добавить, что фильм снят на пленке каноновского химкомбината имени товарища Шостки, который передает вам всем большой привет. А сейчас пойдут титры, поэтому не забудьте выключить телевизор. Пока. Кончатся зимы капризные затеи, канут все снега, а вместе с ними груз. Солнышко пригреет ярче и добрее, это значит, скоро я вернусь туда, где звезды по ночам на карауле, где вода прозрачная до дна. Я вернусь, чтоб снова с головою захлестнула эта чуть зеленая волна. Светится там море, сказочно сверкая, там гитарный звон везде, куда ни глянь. Там по вечерам недружески мигает светлячками маяков тамань. Вернусь, где звезды по ночам на карауле, где вода прозрачная до дна. Я вернусь, чтоб снова с головою захлестнула эта чуть зеленая волна. Я вернусь туда, где коменданты строги, где при расставаниях не хватает слов. Я вернусь туда, где ждет меня так много новых песен, встреч и адресов. Вернусь, где звезды по ночам на карауле, где вода прозрачная до дна. Я вернусь, чтоб снова с головою захлестнула эта чуть зеленая волна. Я вернусь туда, где ветер скулы колет, где морской загар приобрету за так, где среди других богатств и кладов моря мой на память брошенный пятак. Вернусь, где звезды по ночам на карауле, где вода прозрачная до дна. Я вернусь, чтоб снова с головою захлестнула эта чуть зеленая волна. Я вернусь, чтоб снова с головою захлестнула эта чуть зеленая волна. Это чуть зеленая волна. Это чуть зеленая волна.